Здравствуйте, меня зовут Алексей, я уже готов отправиться в бой. Может, не надо, Алёшенька? Надо, Федя, надо. Ну что, мои хорошие, мы в прошлом эпизоде убили такие предатели, вот, и что нас ждет, остается пока под вопросом. Какая-то капсула, сейчас мы полетим все выше и выше. Ёбаный в рот, жесть. Ну, разумеется, что может пойти не так? Какое-то, опять-таки, обрушение, и нам нужно как можно скорее добраться до верха. Давай, давай, братан. Просто по ответственной скале. Ну, если бы это был Assassin's Creed, то он спокойно мог бы ее преодолеть. Потому что, особенно в последних ассасинах, так он просто лазит по ответственным скалам, и ему попросту не нужно какие-то там веревки, страховки. Ну, такое. Ладно, давай, Эзек, там уже буквально немного осталось. Вообще, на самом деле, я переживал, потому что пришел вечером домой, тут же звонит мама, говорит: Леха, давай там помочь нам с сумками. Вот, и я такой думаю, черт, я по времени вообще успею записать видео или нет. Но вроде как все хорошо, да? Если вы смотрите это видео, значит, все у меня состоялось в жизни. Не, система так прикольная, смотри, какая-то капсула, да, ты стреляешь гарпуном и продвигаешься все выше и выше. Ё-моё. Вот я думаю, что если такая плюха в меня прилетит, то Айзеку явно там понадобится медпомощь. Как минимум, не знаю, таблетка от головы. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какой-то просто закон подлости. Вроде стояли, ну, как бы снизу было все хорошо. Стоило мне пойти попробовать подняться наверх, как начало все сыпаться, летать метеориты там, да, вылазить некроморфы, обелиски. В общем, полнейшая вакханалия, да? Давай, братан. О, силушка. Ага. О, здесь как-то получше. Давайте в первую очередь сюда сбегаем, а здесь попросту ничего нету. Ну что ж, хорошо, 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 да ничего хорошего. Так, давайте пробежимся. У-у-у, как все плохо. С аптечками-то. Ну, на самом деле, я просто хорошие аптечки не хочу тратить на ровном месте. They brought you here at gunpoint. I guess that's what it took. I'm not here because someone put a gun to my head. It will not instead because someone put one to his. Мне интересен такой момент. Есть ли у нас вариант, ну, точнее, был ли у нас вариант того, чтобы его вообще как бы не убивать? Я на самом деле в душе не ведаю. Но я думаю, что я поступил правильно. Опять же таки, у нас предал, у нас пытался убить, у нас, ну... Да бог с ним даже, что он нас предал. Он уже как бы неоднократно пытался убить. Вот это уже как бы не есть хорошо. Так, ладно. Как говорится, глаза боятся, а руки делают. Да, Эзек? Тут, походу, опять эти твари повылазят. Угу. Пока вроде спокойно. Так, а что у нас там? Ага, черепахи пока ждут меня, походу, на станции. А, пожалуйста. Давай, я тебе помогу, братан. Хе-хе-хей! Ой, ё-моё! Со всех сторон просто прёт. Ну, вот твари в упор подходят. Да что ж такое? Айзек, ты вообще, братан, не вовремя. Жесть, на ровном месте просто. Нужно мне собраться. А я дело в том, что говорю, только вот буквально домой залетел, толком не подготовился, сразу бам-бам-бам, быстрее записывать видео, скажем так, чтобы успеть. Ага. Давай, давай. Во, хорош. Их там просто до хера, да? То есть они набегают толпой и... Все получается очень-очень плохо. Живучий кусок говна, ничего себе, я там из гранатомета и так, и всякого пытаюсь. Сука, не наука, а профессия. Откуда ты взялся, блядь? Ёбаный в рот. Жесть. Айзек, Айзек, братан, охуеть. Нет, не хочу.
Но тебе! Вот так сделаем. Во! С гранатомета, главное, стреляешь, а толку ноль, походу. Сука. Блять. И так, и сяк, они лазят тут. Не-не-не. Идет. Так, ребят, собираем приколюхи пока. Не, серьезно, короче, надо мне собраться, потому что только-только забежал домой. Я обычно как, не знаю, там, покурю, попью кофе, как-то немножко отдохну. А тут, получается, я только забежал сразу бам-бам-бам записывать видео. Фу, ну такое. Ладно, давайте собираем те запчасти, которые оставили. Ага, хорош. Тихо. Еще какой-то кусок говна, ребят, я слышу. Ну давай попробуй. Я так просто не дамся, да, ребят? Ща повылазит. Ебать, их там много. Не, знаете, ребят, меня гранатомет крайне огорчает, потому что, ну, блин, стреляешь, казалось бы, с гранатомета должны разлетаться просто как котята. Но я не знаю, как это работает. Ага. Давай, давай. Утюму какой! Крутит, вертит там, пугает меня. На кой хер мы вообще в эту пещеру пошли? Я в душе не ведаю. Ладно, собираем приколюхи. Нам говорят туда. Ну а мы сюда сгоняем. Хе-хе. Фу, надо собраться, надо немножко, скажем так, сконцентрироваться и настроиться на победу, да? Чтобы этих тварей разносить просто в путь. А то серьезно, забежал такой, чё, кого, и обычные твари меня спокойно постукали. Вы где-нибудь такое видели, чтобы меня обычные твари спокойно стукали? Наверное, видели. Но лучше этого не допускать. Хе, ты типа меня напугать хотел, да? Ну, допустим. Давай мне патронов побольше. Вот, бот ждет. Ну что ж, а я его жду. Черепашуху, да? Но я не думаю, правда, что станок будет где-то поблизости. Снаружи как-то поспокойней, потому что они хотя бы зажимать тебя не смогут. Я на самом деле не совсем понял, как мне туда попасть, потому что здесь как бы ни проходов, ни переходов. Перелезть, насколько я понял, не может. Туда, братан. Айзек, подсказывай, как туда попасть. Ага. Ага. Химия, наука емкая. Во, во. Капец, там жесть какая-то. Элли, Элли, там Элли уже порвали, походу. Ёбаный в рот. Йоу. Это ж дерьмо сюда сейчас. Во, пожалуйста. Хотел сказать, это дерьмо сюда пойдет. Вот, пожалуйста, и пошло. Ладно, ладно, ребят, разберемся. Сколько мы с вами уже этих тварей размотали, да? Одной больше, одной меньше. Да вот ты там урчишь мне. Ах ты сука. Вот я постоянно проверяю спину. Иногда это забываю делать. А спину в Dead Space постоянно надо проверять. Потому что не со спины заходит только в путь. Ебать он. Ёпта паучок. До свидания, пиши письма и вкладывай деньги. Во. Сука, вылазит просто со всех сторон. Ё-моё. Вот прыгуны чем опасны, они, допустим, могут быть где-то сверху. Вот, ты такой бежишь, как бы никого не трогаешь, они пам-пам-пам, тебе прям на голову падают. Это со спины идет. Ну, я к тому, что на спину постоянно проверять. Фу, блин, вы прям какую-то жесть мне даете.
Я на самом деле думал хотя бы немного побегать, отдохнуть. А хотя в какой может быть отдых в Dead Space, да? Ну, как бы бывает такое, бывают такие редкие моменты. Насладиться видами, да, какой-то замерзший водопад, походу. Вот. Потому что я говорю, я только пришел, я еще, ну, не настроен. И тут тебе бам! Тучу этих тварей, да, и давай, Леха. За родину, за. Что там, за Спарту, за землю. За что он там борется? Ага. Ну или там, походу, порвали. Хотя хотелось бы верить в что-то хорошее. Вообще, на самом деле, до станка бы добраться, а потом уже мы с вами определимся, что да когда, почему. Добраться до станка как-то может прокачать нашего персонажа. Ёпта, а там, походу, твари уже урчат снизу, да? А, не, во, они здесь. Собачки. Не, я думаю, что с ними можно спокойно разобраться, с этими тварями. Собака, успокойся. Одно только плохо, что я трачу патроны, вот, и с них толком ничего не получаю. Ага, ага. Хотелось бы, чтобы эта каменюка прям по собаке, бам, трехочковым. Вон, пожалуйста. Ага. Ага. Сука. Резкая, дерзкая просто. Айзек, Айзек, братан, держись. До свидания. А на воздухе... Нихера ты, Копперфильд, ёпта, на максималках. Видели, да? В воздухе просто. Так, ребят, давайте в другую сторону. Жесть. Чего тут только в Dead Space нету, да? И собаки, которые в воздухе. И, блин, камни, которые летают. И какие-то обелиски, шмобелиски. Ужас просто, ужас, ребят. А я, главное, говорю, я пришел отдохнуть в Dead Space. Куда я там чего пришел? Куда я зашел? Какой нахер отдохнуть в Dead Space? Isaac, we're okay. We drove it off. Oh, thank God. Look, about Robert. I just don't understand why he would try to kill you. He blamed me for all the trouble we're in. He kept pushing to go home. I kept pushing to stay. But the mission is all that matters. I thought Robert understood that. I'm here for you. I mean that. Элли говорит, что она в порядке, и это самое главное, да? Потому что я думал, что ей просто порвут жопу. Ну, вроде как, все хорошо. Почему постоянно разделяемся, я в душе не веду. Бегали бы вместе, проблем бы вообще не было. А то постоянно я туда, она сюда, кто в лес, а кто по дрова. Ух ты, ёба! Бомбермен! Братан, ну-ка дай-ка свою бомбочку. На, нахуй. Не совсем как я хотел, но так тоже сойдет. Как вы меня заебали-то с двух сторон заходить-то по... Ебать, там бомбермен? Такому жизнь меня не готовила, что сзади тоже бомбермен будет. Они серьезно, они заебали с двух сторон заходить. Это хотя было прямо с первой части, но, как говорится, к плохому привыкнуть просто нельзя. Бежишь там, кого-то разматываешь, хуяк, тебя уже со спины атакуют. Ну это просто жесть. Ну хорошо, что есть бомбермены. Кстати, мне чувак в комментариях писал, типа, тебя походу, Леха, мания на бомберменов, да, куда бы ты ни пошел, везде тебя бомбермены преследуют. Ну, наверное, есть такое. Что такое там? Вай. А некоторые, кстати, приколюхи нельзя стазисом подобрать, так что не все так просто. А, так, снарядите, чтобы найти спрятанные резы кого-чего. Серьезно? У нас третья черепашка. Вот это, да? То есть, получается, у нас две черепашки ждут на базе, и вот, пожалуйста, третья. Как раз-таки, пока до станка доберемся, да, у нас уже три черепашки будут в деле. Скоро они организуют свою банду и скажут такие, типа, нас уже трое, да, давайте, может, захерачим обелиски и будем сами править этим миром, да, там. И потом, может, в каком-то Dead Space 4 мы будем уже не против этих тварей сражаться, да, а против черепашек, которые захватили тут все. I don't need to lose both you and Robert in the same day. Thanks, Ellie.
Ну, Тибози, говорит, будь осторожен, я не хочу вас потерять, а то я одного потерял, и сейчас еще тебя размотают. Так, ладно, ребят, давайте пробежимся. Ну вот, пожалуйста, а третья у нас уже запущена, да? Кстати, низкий поклон чуваку, который писал в комментариях. Он говорит, Леха, так зачем ты покупаешь кучу патронов, ты же железо тратишь. Вот, а я, главное, не смотрю, просто покупаю и все. И каждое видео жалуюсь, то, что, ой, не хватает железа, не хватает железа. Так я патронов куча покупаю, ребят. Вот юмор-то в чем. То есть мне не хватает железа, и при этом я его активно трачу. Вот, и чувак мне писал такой в комментариях, Леха, так а какого хера-то? Я такой, блин, чувак, серьезно, я же, ну... О, ну такое, ладно. Патроны я не покупаю, патронов у нас много. Давайте пробежимся по оружию. А, просто куча разных приколюх. Ух ты, ё... А, не. Хотелось бы, которые дают сразу три приколюхи, да? Вот, но пока что таких у нас нету. Ну, а, кстати, вот эти можно, наверное, продавать, потому что, когда доберемся до станка по улучшению нашего персонажа, у нас хотя бы, ну, ресы будут. Давайте так и сделаем. Вольфрам, металл, та-та-та-та-та. Не, ну а смысл мне их оставлять, потому что, как бы, ставить я их не буду, да, чтоб просто было. Ага. А походу, те приколюхи, которые дают прям три, вот, то такие создавать попросту нельзя. Я одно понять не могу, а почему она золотая, дает типа две приколюхи, да? Ну, короче, смотри, вот чем, допустим, которая дает... А, отнимает же. Ну, скажем так, вот чем вот это хуже, чем вот это? Ну, то есть она дает два темпа стрельбы, да? Так, у нас есть приколюхи, которые три дают. Хм, не знаю. Короче, я не знаю, поняли вы меня, то, что я хотел или нет, потому что я сам говорю сумбурно. Давайте пробежимся. Контактная станина чего? Веллера? Ужас какой. Веллер это, по-моему, со второй части такое оружие было, которое то ли типа дробовика какого-то сейсмического. Короче, я уж не помню, как это правильно. Ни хера толком ни на что не хватает. Ужас просто, ужас. Айзек, как мы вообще дожили до такого? Братан, как мы с тобой до этого дожили? Давайте запустим черепашух. Хотел сказать, первая пошла, но это уже вторая. То есть у нас их три. И запускаем следующую. Блин, так а тут далеко надо отойти-то. Нихера себе. Нет, ты что гонишь-то? Давай запускай. Ребят, я не могу запустить. Ну! Ну черепаха, блядь! Сука, тупая тварь. Блин, я никогда не думал, что на черепаху буду ругаться. Но она не запускается, я уже сколько, ну, оббегал-то. Ну! Блять, куда мне отойти-то уже? Ладно, хер с тобой. Во, твоя подружка бегает. О, ужас просто, ужас. Ну, здесь-то запускайся. Подожди, ну-ка давай, ладно, похер, давайте просто ради проверки. Может это черепашка, которая не запускается, и которая типа показывает какие-то приколюхи, и ты должен типа по радару дойти до них. Я не знаю, может я сейчас полный бред несу, но потому что других у меня вариантов нету. Ути бози, моя рыбочка. Но, блять, я туда... Короче, я не знаю, ребят, как это работает. Ну давай, давай, ладно, вот просто ради... проверки, так скажем. Но мы здесь были уже, ребят. Мы здесь были. Нихера не понял. А почему я там ее поставить-то не мог? Черепаха, ты чего? Упоролась? Не, я знаю, что их надо ставить на каком-то расстоянии. Но, блин, ребят, вы видели, да, сколько я пробежал? Я уже думал, что реально у нас какой-то, ну, типа, третья черепаха, она не бегает. То есть, как датчик какой-то выступает в роли датчика. Вот, но нет, но нет. Надо было просто далеко отойти. Я не знаю, как это работает. Ладно, такое. О, подожди. Поднимаемся выше. Я уже, на самом деле, заманался скакать по этим скалам. Пау! Сейчас опять какие-то собаки повылазят.
Ё-моё. Ой. Я на самом деле уже изрядно заманался с этими кубиками, которые туда-сюда летают. Знаете, ребята, в каждом шутере пытаются сделать что-то уникальное. Там, я не знаю, там полеты на каком-то самолете, там на мотоцикле, заезды, какие-то камни, чего-то. О, ладно, забей. Прошел и хер с тобой. Не, серьезно, выматывает. Это шляпа. Болевун. Здорово. Я бык, а ты корова, ёпта. Не, серьезно, эти сучата вообще никакого чувства там не знаю. Я через такое дерьмо прошел, и они тут же на меня уже урчат. На нахуй. Ой, Айзек, братан! Как вы заебали-то, а? Фу, вроде разобрались. Вообще, на самом деле, самый первый эпизод тяжелее всего снимать, потому что надо как-то сосредоточиться, да, там, ну, и комментировать, и стрелять. Вот, и остальные как-то идут по накатанной. То есть, самое первое, это тяжело, потому что, как я уже сказал, когда особенно, ну, не готовишься, тут же врываешься, там, не знаю, приходишь под вечер, вот, и тебе надо резко делать все хорошо. А ты этого сделать не можешь попросту. Фух, такое, ладно, опускаем. Во, залазим на... Да, Айзек, я знаю, что туда, братан. Залазим наверх. Шарманка, заводим. На нее там нападают со всех сторон, походу, он такой: да ты успокойся, успокойся, все будет хорошо. Tell me about this, Rosetta. Well, we don't know much. Just that the codex was made from her research. Where will we find it? In the facility at the top of this mountain. Great. See? We're almost done. Так, я на самом деле даже не знаю. А, типа использовать какие-то стрелочки, чего? Ага. Ну, давайте попробуем. Ё-моё. О, система Ниппель просто. Ну, самое главное, что нас не размотало, потому что бывают ситуации, когда ты, ну, что-то делаешь не так, у тебя отнимает здоровье. Вот, то как бы все хорошо. Так, что это за крутилка-вертелка? Ё-моё. Ну, здрасте, здрасте. See, that wasn't so bad. Not bad. I was crying the whole way. Just get me some solid ground under my... Ха-ха-ха-ха, паучок, ёпта. А почему нельзя стазисом жахнуть? Да, по клетке, по пауку. Охуеть просто. Надо было просто стазисом по ним жахнуть. Обалдеть. Айзек, братан, ты живой там вообще, нет? Да по-любому выжил. Куда он денется? Айзек. Ва. Айзек, it was pulling the whole cliff down. You couldn't have saved her. Can you get back up here? Yeah.
Так, ладно, ребят. Самое главное, что мы выжили. Вот. Но остальное дело за малым. Подозрительно спокойно. Ё-моё. Какой серьезный парень-то, а? Так, подожди, я одного не понял. А, мы заюзать ее не можем. Вон он что. Сука, так он еще и тварь этих призывает. Не-не, ребят, против паука с винтовки это очень прохладное занятие, потому что по нему попасть просто невозможно. Ладно, бежи. Блин. Давай. Я в душе не веду, что я делаю, какую-то херню, походу. Гарпун, ребята. Да, походу мы сейчас его сможем размотать. А что я должен делать-то? Бляха, он сейчас сорвется по-любому. Ну-ка, во-во-во, вали. Не активно. А, либо мы сейчас его размотаем, да, ребята, либо как-то да, мы, скорее всего, как-то его, типа, вот этими гарпунами сможем удержать, вот, и потом как-то взорвать. Я не знаю, как работает это. На, сука. Прикол в том, что когда в него долго стреляешь, он потом начинает туда-сюда бегать. Ему это очень не нравится, когда по нему. С гранатомета особенно. Кусок говна, а? Живучий какой парень. Давай, показывай свои хвостики. А, подожди. Да, его надо вот сюда подвести. Да, я понял, как это работает. Во, смотри. Сейчас не по... Во, давай, сюда. Давай. Давай, подходи. Боится сучонок-то, боится. А я не знаю, почему не... Давай, стреляй. Ну вот же ж он. Ну. Короче, я не знаю, почему гарпуны не работают. Ёбаный в рот. О! Что мне делать в эти моменты, да? То есть у него, не знаю, просто стрелять, что ли? Все, ребят, я разобрался. Смотри, тут можно на блоке управления. Во, пожалуйста. Тяни, тяну. Давай. Сейчас мы сможем его размотать. Умри, чертёга, умри. Давай. Нажимаю. Вот. А, паучара позорный. Фу, неужели мы это сделали? Сколько же я патронов и времени потратил, это просто ужас. Тут на самом деле просто понять, что делать, да? На самом деле его убивать просто плевое дело. Вот, но я не понимал, кого написано тяни, куда тяни, чего тяни. Я уже и здесь тяну, и гарпуны пытаюсь, ну, тяни. Чего, кого тянуть, я в душе не ведаю. Ну, так или иначе мы это сделали, да, и можем отправляться дальше. Фу, тяни. Ну, вы даете, братаны. А главное, квест показывает, что нам сюда. Вот, а я такой думаю, ну, блин, какого черта. Ладно, поехали. Фу, тяни. Сейчас чувствую, опять помучаюсь с этими скалами, горами. Скалы, горы, все сказал. Давай, Эзек, давай, мой хороший, ты можешь. По крайней мере, тут камней нету пока что, и все хорошо. Фу, ну, с паучарой мы разобрались. А таких боссов больше, по-моему, не осталось, да? То есть там был большой, мы его убили в прошлом видео, насколько я помню. Вот, и паука мы убили только что. Хе-хе, круто! I'm so sorry.
place. But how the hell do we find this Rosetta? She must have a lab up there someplace. We should look for an office or a set of files, anything with her name on it. We can take that to the entrance. Come on. Неужели это в канале закончилось? Ну, я думаю, на самом деле можно было паука и не разматывать, просто добраться до верха, вот, и попытаться отсюда свалить. Так или иначе, как я уже сказал, больших боссов пока что уже нету, вот, и пока все хорошо. У нас куча патронов, у нас куча аптечек, у нас три черепашухи на нас работают. Ну, а что будет дальше, узнаем в следующем видео, это запаузим. Не забывайте ставить большие пальцы вверх, вступайте в группу ВКонтакт, подписываться на канал, бла-бла-бла-бла. Всем хорошего, позитива, удачи и пока-пока. We'll be right back.